А, я хотел рассказать по поводу вот ангела, обращаться к ангелу через Григория, хотел поделиться своим опытом. Дело в том, что у меня уже, ну, там, как бы какое-то время, то есть несколько месяцев, то есть я очень редко обращаюсь к ангелу. То есть в процессе моей реконструкции, то есть мое саморазвитие, то есть на проектах разумного человечества, то есть я участвую не только на реконструкции, но еще на проектах купец первой гильдии, то есть у меня есть бизнес, я занимаюсь работой. Плюс я участвую в проекте «Семья», я ищу вторую половинку, то есть я ищу свою любовь, то есть того человека, ту женщину, с которой я могу построить крепкую семью и посредством глубокого резонанса совместного выйти на, ну, как бы, начать развиваться еще с большей скоростью. Потому что в семье с большим резонансом межличностным происходят многие процессы быстрее и получает два человека, мужчина и женщина, гораздо больше, чем поодиночке. Для этого и придумана была семья. Вот. Я хотел сказать, что спустя какое-то время, то есть ты развиваешь свои тонкие тела, тебе доставляется оборудование, в том числе часть магическая, то есть если очень, очень сильно над собой работаешь, то есть постоянно то, что тебе говорят, что у тебя вот эта негативная черта, вот здесь ты не так там проявляешь себя, вот здесь у тебя жаба вылазит, вот здесь, и ты каждый раз с этим справляешься и удаляешь, то есть справляешься и удаляешь, тебе все больше ставят оборудование, о котором мы говорим, тебе открываются каналы, ты утончаешься, ты больше чувствуешь энергию людей, ты чувствуешь энергию слов, ты чувствуешь энергию человека, то, как он заходит в помещение, ты уже понимаешь, в каком он настроении, с каким он ощущением, то есть какой он злой, злой, не злой, как только он начинает говорить, то же самое, то есть ты чувствуешь малейшую агрессию, чувствуешь ту энергетику, которую он вкладывает в слова и так далее. То есть ты утончаешься, и ты становишься больше воспринимать, то есть твой диапазон увеличивается. Так вот сейчас у меня и до этого была там неплохая интуиция, да, когда она там была там, до реконструкции. Я всегда как бы считал, что у меня хорошая интуиция. То есть я там чувствовал многие вещи. Но сейчас она еще больше усилилась, и я стал задавать вопросы мысленно, и мне приходить стали ответы. То есть я общаюсь с сущностями, то есть я могу поговорить с ангелом, могу поговорить с реконструкторами, с кураторами, с другими сущностями, то есть они приходят, и как происходит общение, то есть я не говорю, как Гриша, там у меня еще нет таких модулей, но это проходит на чуть более примитивном уровне, но это все равно происходит, то есть приходят мысли, ты задаешь мысленный вопрос, тебе приходят мысли в виде ответов, и ты их отличаешь, что это твои мысли, а это не твои, они пришли. Вот. И постепенно эта практика, она совершенствуется, то есть это приходит вплоть до того, что там, ну, вчера были в бане, да, там все разошлись, мы там остались, я, Гриша, там, и девочка. Ну, там, пришла и сказала, ну, там, пора уже идти. Ну, я собрался и пошел, да, то есть, как бы, то есть пришла мысль, и я понимаю, что мысль не моя, а пришли и сказали. Вот. Или там другие моменты, там как-то я себя не так веду, то есть пришли и сказали, вот, там, типа, хватит хулиганить, давай определись, типа, сюда или туда. Ну, там, типа, хорошо. Казалось бы, там, кто там говорит, но это твои мысли, но ты их отделяешь не как свои, а как пришедшие. И на самом деле, если спросить у Елены, то про мысли, то мысли это такие тоже живые существа, которые приходят, не зря же в народе, пришла мысль, ушла мысль, там я пришла мысль, я ее думаю, да, то есть потом ушла мысль, куда-то потерялась и так далее. То есть мысли это такие существа, которые приходят и что-то какую-то информацию приносят, ты их думаешь, обдумываешь, потом они уходят и так далее. Вот. Так это к тому, что для меня сейчас не столь важна уже беседа там, с ангелом, с куратором. То есть все вопросы, которые у меня возникают в течение дня, я их уже там большую часть практически автоматически. Они мне возникают в мозгу вопрос. Ответ может прийти сразу, может быть, через какое-то время. Если вопросы сложные, то у меня это происходит с утра. То есть, когда ты просыпаешься, вся негативная часть в тебе, она еще не проснулась. Система раскрыта, и в этот момент и приходят ответы на глобальные вопросы, на ситуации какие-нибудь. То есть есть у меня ситуация по работе, допустим, я не знаю, как поступить. И, как обычно, такие идеи, такие объемы информации, они приходят с утра, и ты понимаешь, вот, да вот так же надо сделать. Вот. Или приходит идея, как развить там разумный человек, что нужно еще сделать, там сайт переделать, или видео какие-то записать, или новый проект открыть там, и так далее. Так было с идеей, там, скажем, вот, проводить семинары,
Вот, с идеей того, чтобы продавать, организовывать ченнелинги и как-то приглашать людей на ченнелинги, на групповые. Вот. Я к тому, что вы присоединяетесь к разумному человечеству, развиваете свои системы, и вы будете получать то, что получил я, и больше, и Елена, и будете независимы ни от меня, ни от Елены, ни от Григория, там, ни от разумного человечества. То есть У меня будете. вопрос, если можно, я перебью. То Да. есть, когда говорится, в данном случае развиваете свои системы, я так понимаю, это получение очередной сущности в свой организм, которая будет выполнять определенную функцию, или нет? Ну, можно и так сказать, да, там Тогда у меня ограничено. другой вопрос. То есть, реализация той или иной функции посредством сторонней сущности, это одно и формирование свойств в своем организме, в полевых Это структурах. неотделимая вещь, что значит своим. Ты это группа существ. Тебе добавили Подожди, еще одно подожди, существо, подожди, и ты являешься уже подожди, группой. подожди. Да, не, ну, давайте рассматривать разные варианты. То есть всегда ли те или иные свойства определяются наличием сущности в организме? И всегда ли Не те или всегда. иные свойства Это тонкий. появляются посредством внешнего Да, воздействия и я подселения этой скажу свое сущности? мнение, но мое мнение будет не полным, потому что я не специалист. Ты задаешь тонкий вопрос, с этим вопросом лучше к ангелу или к реконструктору. Значит, как я вижу, значит, есть твои сущности, которые тоже обучаются. То есть те сущности, которые твои, твое королевство, которые уже есть и которые могут также обучаться, и они постоянно У обучаются меня вместе с слишком тобой. много вопросов, ты говоришь слишком Подожди. много слов, и мне нужно уточнение по каждому слову. Давай еще договорю мысль, а потом ты задашь вопрос. Так вот, твои текущие сущности, Их они уже тоже два могут десятка, понимаешь? обучиться, да, и какую-то чему-то новому научиться. Расплывчато Это может выполнено. быть и так, и может быть прийти новая сущность, то есть конструкция, которая будет позволить тебе раскрыть твои возможности вот в эту сторону, в какую-то. Просто, допустим, в моем представлении, да, сущность есть сущность, она воплощается, да, то есть человеческая душа, да, Не, ну. тело, да? Нет, Огромное количество, их миллиарды, триллионы. Да. От самых примитивных до самых высокоразвитых. То есть весь мир наполнен семи сущностями. Есть Я частичка. согласен. Является содружеством и является частью твоего сознания. Говоришь, Это присоединяйся к является нам, давай я сущностью. тебе микрофон одену, и ты с нами. Или давай сейчас поговорят, ты потом свою точку зрения выскажешь. Просто, А, допустим, смотри, мне. Да. давай отвечу, я просто понял, что ты спрашиваешь. Есть живатма. Слышал такой термин? Живатма. Живатма. Впервые слышу. Живая атомарная частичка. Это частичка Бога, божественная частичка. То есть Сварог, наш главный Бог нашей Вселенной, ну, как бы нашей галактики, нашей Вселенной, он сидит в центре галактики и бьет, так как Иван Царевич говорит, бьет молотом по наковальне, и выскакивают искры, и это живые частички божественные. Вот частичка божественная, живатма, это и есть я, да, то есть вот центральный. Дальше эта частичка, божественная часть, да, клеточка, она начинает обретать опыт, то есть обрастать опытом. То есть сначала она приходит в материальный, она обрастает, есть много разных путей развития живатмы. Она, ну, в данном случае мы говорим про материальный мир, то есть про Землю, нам это ближе. Она Вот приходит на Землю уже уточнил. в виде газообразного облака, то есть, допустим, облачко где-то, она в виде облачка, в виде газа, она получает опыт физического мира. Дальше она приходит в материю, в камни, то есть начинается там крапиночкой, камень побольше, поменьше, камни живут, камни это минералы, это тоже живое царство, то есть там живые существа живут. Проходя минеральное царство, потом она переходит в растительное, то есть она становится клеточкой, растением, водорослью, потом переходит, ну там все сложно, сложно и сложно, переходит там от простейших растений к сложным, потом она переходит в животное царство, становится животным. И постоянно вокруг этой клеточки образуются тела. Она обрастает сначала эфиром, как бы там тонкими телами, потом уплотняется, уплотняется, их становится больше. В конце концов, то есть ты знаешь, что у животных не все, то есть часть тел, которые у нас есть, но у них нет высших тел, то есть концептуального, еще каких-то самых высших тел. То есть у них есть эфирные тела, у них есть ментальное тело, оно, да, оно примитивно, но у них есть. Вот. Так вот, эта живатма, она постепенно обрастая этим опытом, этими телами, переходя от простейших форм в виде минералов, допустим, до растений, животных, потом переходя в человека, потом бога-человека, ангела и так далее. То есть это эволюция, то есть живатма проходит эволюцию. Так вот, ты говоришь про существ. В каждом существе есть живатма, то есть это вот частичка, то есть его центр, дух его, не душа даже, а дух, душа это тело. Так вот, каждое живое существо, в нем есть эта живатма, живая атомарная частичка. И есть очень много видов жизни, форм жизни. То есть человеческая форма жизни – это одна из много-много миллиардов форм жизни.
То есть, допустим, вот домовые – это тоже форма жизни, да, и сущности астрального плана. Они есть положительные божественные, есть паразитические. Вот. Дерево – это тоже форма жизни, там, и так далее. То есть те сущности, которые тебя наполняют, это тоже форма, ну, как бы, они не имеют, они составляют твое тело, и как бы вы конгломерат, вы сообщество, вы являетесь, ты являешься, ну, то есть общее сознание у вас, то есть когда ты говоришь «я», это сознание всех твоих существ, ты говоришь от их имени, вот. И ваша эволюция происходит вместе. На каком-то этапе, спустя какое-то время, вы можете отсоединиться, и они пойдут, допустим, ты пойдешь, уже будешь, станешь Богом, а та частичка, то есть та сущность, которая выполняет какую-то функцию внутри тебя, она начнет воплощаться в виде животного, человека, и также станет когда-то Богом. И боги, кстати, на самом деле, это не одно существо. Бог – это огромно, то есть если ты человек, это вот, вот только, да, живых существ, то Бог – это вот только живых существ, которые… Это дотронулся. То есть и мы в том числе. Это, да, то есть… Я имею в виду просто не про Бога как центрального, да, а про богов наших славянских, то есть Перун, Велес, там, Дашбог, там, богиня Лада и так далее. То есть это большие такие сущности, которые состоят из очень многих, которых... И из нас в том числе? Не, мы пока отдельно, да, мы пока отдельно. Ну, это мое видение, как бы, это то, что, то как вот, я себя представляю. Ну, вот я хотел уточнить вот, происхождение вот того, что ты сейчас рассказал. Это ты объективно видишь. Это я получил информацию из многих мест, это просто то, что у меня сформировалось в голове, исходя из того, что я читал, что я смотрел Трехлебова, то, что я в Ведах немножко почерпнул, то, что говорит Григорий, то, что я увидел в видео «Разумное человечество», то есть то, что… То есть взято вне теории, я правильно понимаю? То есть это не есть результат пережитого опыта и прямого восприятия тех или иных процессов? Да, но это сумма того, что я… Это теоретические знания, взятые из разных источников. Да, но плюс мне наложены еще мои ощущения, которые в некоторые моменты подтверждают. Допустим, то, что я не один существо, а множество, это как бы я это чувствую, да, то есть когда приходит существо, или когда есть у меня конструкция, я знаю, что оно живое. Вот. То есть это я чувствую, это, то есть та теория, я ее подтверждаю на собственном опыте, на своих ощущениях. Я думаю, на этом можем закруглиться. Или хочешь, есть вопросы, я могу там еще... Ну, понимаешь... Можно мне сказать? Да. А вот тогда телепатия и сновидение это тоже что-то? Сущности, тоже сущности. Что? Можешь? Телепатия это, ну, как говорит Елена, то есть это тоже определенная сущность. То есть представь, что есть сущность, да, живое существо, у которого есть специализация. Как у нас есть, допустим, инженеры или токари, да, которые очень хорошо умеют точить болванки. Так вот, есть сущности, которые умеют очень хорошо читать мысли. Связисты. Да. Ты эту сущность берешь и присаживаешь себе на голову, ну, в область как бы головы. Она соединяется с твоим мозгом на тонком плане. Вот. И когда ты хочешь почитать мысли, ты неосознанно даешь команду ему, я хочу почитать мысли этого человека. Да? И он читает и передает, и ты как бы думаешь, что вот это ты прочитал. На самом деле, как бы, ты прочитал с помощью этого механизма, который на самом деле является живым существом. То же самое про любые способности. Еще достаточно эту сущность попросить, чтобы она пришла и сюда села. Как ее? Дело в том, что такие сущности, они очень дорогие. Дорогие – это высокоразвитые сущности, которые живут в других мирах. Они не воплощаются среди вот наших тел людских. Что значит дорогие? Еще раз, если можно, извини, что перебиваю, но просто столько много слов. Вот, допустим, есть у нас токарь шестого разряда, да, или там пятого. Мне не нужны модели конкретно. Ты сказал слово дорогие. Сколько вешаешь в граммах? Да. Сколько? Скажи, чем мы меряем? Скажи единицы измерения. В единицах, ну, скажем, если вот поставить клешни, это там, скажем, 10 тысяч рублей. Стоп, подожди, где эквивалент? То есть, че, кто цену назначает? Как она формируется? Ты задаешь слишком много, давай я сначала отвечу в Ну ты отвечаешь так, что без уточнения того, что... Какой курс? Еще должен... Да, от чего он зависит? Я расскажу про курс Елене, я сейчас расскажу свои впечатления. То есть если клешни 10 тысяч рублей, то сущность, которая может читать мысли, она будет стоить там 2 миллиона, скажем так. По поводу того, где эквивалент, энергетические деньги, то есть твоя энергия, и финансы денежные, бумажные, есть некая пропорция, по которой они связаны. Допустим, такое сравнение. То есть тебе для жизни в течение дня дается 10 единиц, 100 единиц энергии. Вот, каждый день. Ну, чтобы ты функционировал, чтобы ты развивался, тебе Бог выделяет энергию. Каждый день по каналам, которые у тебя есть, их очень много каналов.
Так вот, ты можешь на этой энергии делать добро, можешь зло делать, можешь поесть, можешь поработать, а можешь часть энергии потратить, ну, прикупить себе, скажем, пригласить эту сущность. Но твоих 100 единиц это слишком мало, понимаешь, чтобы купить такое. Потому что, почему, я немножко так цинично, да, это звучит, но эта сущность, она очень высокоразвитая. То есть ее нужно заслужить еще. То есть она проходила эволюцию, то есть для того, чтобы ее пригласить к тебе, к себе, нужно ее заслужить. То есть нужно своими делами показать, потому что ты не можешь за нее сам заплатить, у тебя нет столько энергии. Но ты своими делами, допустим, как я, да, я тружусь на разумном человечестве, я тружусь на разумном человечестве, которое помогает людям. И мне, я плачу там небольшую сумму за реконструкцию, то есть ее явно достаточно, чтобы пригласить такую сущность. Но когда ты делаешь один шаг в сторону Бога, Бог тебе навстречу делает 10 шагов. И мне, допустим, доставляются эти существа, приглашаются, ставятся, они как бы бесплатно. То есть, ну не бесплатно, а за мою работу, за мои благие дела, за мою работу над собой и так далее. Нет ли в этом какой-то такой, скажем так, ну, засады, не засады, связанные с тем, что, например, если я хочу научиться крестиком вышивать, да, я беру иголку, нитку, ткань и вышиваю крестиком, да? При этом что-то получается, что-то не получается, но тем не менее методом проб и ошибок через какое-то время формируется навык, да? И совсем другое дело, когда ты хочешь научиться вышивать крестиком, но при этом ты кого-то приглашаешь, идешь подметать ходу улицу, да, в обмен тебе дается навык, путь к которому ты не прошел, как таковой. Дело в том, что если ты хочешь стать ясновидящим, допустим, читать мысли, да, телепатию. Давай так, для меня это сейчас не проблема. Нет, подожди, вот про тебя, про телепатию. Лишний пример. То есть ты хочешь вышивать крестиком, начинаешь учиться вышивать крестиком, ты хочешь телепатию, ты начинаешь. Ром, закрой дверь плотнее. Закрой, пожалуйста. Ты хочешь научиться закрывать дверь поплотнее. Ты хочешь научиться телепатии, ты начинаешь развиваться. Знаешь, что есть тренировки всякие, как можно научиться телепатии, то есть постепенно ты развиваешь. Те сущности, которые у тебя уже есть, то есть все базовые функции, которые ты хочешь, в том числе ясновидение и так далее, они уже заложены. То есть базовые, на базовом уровне. То есть они могут, ты начинаешь этим заниматься, выполнять тренинги, тренировки, и у тебя потихонечку начинает развиваться функция телепатии. В какой-то момент ты либо своих обучишь, да, свою часть сознания, своих сущностей, которые научатся это делать, либо придет, либо твои ангелы и так далее, они увидят, что ты это развиваешь, и тебе их поставят. Тебе поставят апгрейд, и ты уже апгрейд тоже начнешь развивать, то есть ты будешь каждый день заниматься развитием телепатии, понимаешь? Другой вопрос, что я услышал в твоем вопросе, что вот я там обычный там обыватель, дворник там и так далее, я хочу там стать телепатией, я там заплатил и так далее. Если ты развиваешь телепатию, то ты уже не будешь курить, да, то есть не будешь, а если ты куришь, то тебе это нафиг не нужно. Вопрос имел немного иной смысл и контекст. Формирование того или иного навыка, я так понимаю, вот со слов твоих, как минимум я могу выделить два пути, да? Первый путь. Ты хочешь научиться что-то делать, ты думаешь, изучаешь, что для этого нужно. Нужно выполнить какие-то упражнения. Что-то получается, что-то не получается, методом пробы и ошибок ты в той или иной степени начинаешь замечать. Начинает что-то получаться, ты этот опыт развиваешь. Ну, сам, да? Потому что ты совершаешь действия, которые развивают в тебе этот навык. И второй способ, когда ты занимаешься тем, что ты уже умеешь. Хорошо, допустим, ну, улицу подметать, как я, да? Ну, не хорошо, ну ладно, я подметаю улицу. А взамен этого, да, то есть ты получаешь навык принципиально другого качества. Нет, тут я понял, про что ты спрашиваешь. Не просто улицу, а если ты делаешь много... И тут вопрос кармы. Если ты создаешь благую карму, то есть ты помогаешь людям, то взамен, да, то есть ты создаешь благую карму, то есть ты делаешь добрые дела, и Бог тебе в ответ возвращает добро, да, то есть через людей, через целителя, через ситуации в твоей жизни, через твоего ангела или реконструктора, которые тебе за твои благие дела приносят подарки, как сегодня были. И их устанавливаю. Что это были за подарки? В курсе?
Я нет. Надо будет еще спросить, лучше наверное, мы спросим, еще всем интересно, чтобы. То есть никто не знает, что это было, да? Нет, конечно. Глен знает, ну так немножко. Она так не смотрит. То есть ты за свои благие дела можешь получить какие-то возможности, это грубо говоря. Но при том условии, что есть всегда во все вопросы, что касается тебя, и то, что мы обсуждаем, имеет много сторон и многогранные. То есть если тебе будет полезно для эволюции модуль ясновидения, он тебе будет установлен, если ты его развиваешь и так далее. Но если они увидят, что ты это твое баловство, и это тебе диктует твое ложное эго, да, то есть потешить свое эго, то тебе его не поставят и не дадут. Даже если ты будешь, очень хорошо подметать дворы или бабушек переводить через дорогу и творить благую карму. То есть вопрос многогранен всегда. Вот. И если ты хочешь развиваться, каждое существо свободно в своем выборе. Если ты хочешь развивать эти вещи, развивай, и тебе помогут. В любом случае. Вот. В деталях это уже конкретный случай. Потому что этот вопрос помогут. Вот знаешь, вот какой-то он, для меня, например, странный, да? То есть хочу я, сделать что-то, какую-то поделку, да? Из глины, например, слепить, самый простой способ. Или пластилин. Угу. Я беру и леплю, да? Угу. То есть я не думаю, что мне нужно помогать, допустим, я смял глину так. Мне форма понравилась, не понравилась. Оценил, да, то есть почувствовал, я ее изменил. А представляешь, когда тебе подселили, механизм, ты не просто смел, слепил, а ты вылепил что-то. Представь, ты занимаешься глиной, да, ты лепишь горшки, но они какие-то получаются, какие-то, какие-то они есть, да, но не шедевры. А представь, что тебе, чтобы тебе научиться, то есть лепить шедевры, тебе нужно потратить там годы жизни, да, каждый день лепить, вылепливать, стараться, обучаться, теорию изучать, практиковаться. И спустя несколько там десятков лет ты обучаешь себя, то есть своих живых существ, у тебя приходит понимание, как нужно вылепить, руки твои настраивать и так далее. Это одна ситуация. А другая ситуация, что ты, приглашаешь, да, какое-то живое существо, конструкция, которая тебе приходит внутрь тебя, и ты уже знаешь, ты уже понимаешь автоматически, что нужно сделать вот так вот. И не тратя 10 лет на обучение, ты спустя там месяц уже лепишь такие шедевры. И не просто шедевры, а которые заряжены такой энергетикой, которая, прикасаясь к этому искусству, то есть созерцая эти горшки, люди получают эстетическое наслаждение. То есть на самом деле все картины тоже носят кристаллы. И ты, когда смотришь на картину, да, произведение искусства, то ты считываешь этот кристалл, и этот кристалл тебя структурирует и на тебя влияет. Ну, сам понимаешь, есть разные уровни восприятия. Например, я могу рассматривать картину не как кристалл, а как совокупность оттенков теней, цвета и фона. Я говорю, что происходит на тонком плане. Ты, ты смотришь глазами и смотришь, и тебе нравится картина, она красивая. Но на тонком плане это кристалл, который с тобой взаимодействует. Хорошо, на тонком плане может быть так стоять кристалл. Так же и с горшками. Да. Может ли на тонком плане стоять кристалл, который оказывает благостное воздействие, хорошее, да? При этом картина будет откровенно уродливая. Возможно такое впечатление? Что значит уродливая? Она тебе будет нравиться. То есть будет позитивное впечатление. Она может быть там три мазка, но она будет тебе нравиться. То есть это будет абсолютная чушь, да, с точки зрения... С точки зрения логики, да. Здравого смысла и развития, да. Но она будет там будет такой классный кристалл, что тебе будет нравиться, да? Да, то есть это, знаешь, как... извини, что я провожу такую аналогию, может, я не прав, когда, допустим, в современном бизнесе продают всякую чушь, да, но люди ее покупают, потому что им что-то это нравится, да? Да. То есть это абсолютно ненужная чушь. Если это сделано руками... Нет, это правда. Если это сделано добрыми руками, то есть руками того человека, который... слепил и вложил туда энергетику, то это вещь будет нравиться. Не противоречит ли это тому закону о том, что энергетику нельзя продавать? Может, как кто-то? Тут не путай вещи, тут не сама энергетика. То есть он вложил энергетику, но она там не энергетика, а он вложил энергетику, чтобы создать эту вещь, создать кристалл, да, вот. А саму вещь уже... Сам кристалл это уже не энергетика, я правильно понимаю? Да. Это уже продукт, который продается? Продаваться, да. Про продажи это тонкости, ты опять. Ты очень много тонкостей спрашиваешь, я не могу тебе компетентно на них ответить. Я могу только свое мнение выразить. Извините, в данном случае можно. Просто для меня на самом деле, все, что ты говоришь, оно по целому ряду просто настораживает. Откровенно настораживает. Почему? Потому что
Вот ты делаешь это, тебе дают то, ты делаешь это, тебе дают то. А формировать при этом качества, способные формировать вот эти качества, которые ты хочешь получить просто так, да? Это тоже труд, и это свойство, которое очень важно. Потому что если так тебя напичкали, нашпиговали чем-то, да? Ну это, ну, ты опять, как хороший автомобиль ты без опять, водителя. Ты опять отделяешься, то есть тебя нашпиговали, тебя там, тебе поставили что-то. То есть это не тебе поставили, а ты слился. То есть ты отделяешься, у тебя очень много вот этого отделения. То есть ты отделяешь себя от Бога. Ты противопоставляешь себя с Богом, с ангелом, с существами. Есть ты, а есть они. Ты есть Бог. Ты Бог, я Бог, Лариса Бог, Александр Бог. Мы все Бог, мы все частички Бога, мы все клетки Бога. И мы живем в животе у Бога. То есть весь этот мир материальный, где мы сейчас живем, все это Бог, понимаешь? Вот это Бог божественно, это все живот, понимаешь? Мы внутри Бога живем. И Бог с нами развивается. То есть он благодаря тому, что часть себя выделяет отдельно, и частичку себя наделяет отдельным сознанием, и эта частичка сознает себя как отдельное существо, да, и начинает свой собственный опыт проходить. И Бог через вот эти частички, через меня, через тебя, он познает себя, он развивается. Все загрузил, товарищ. Да. Ну что, не, ну, вопрос, допустим, особенно когда вот часто Бог, да, то есть, ну, для меня, например, эта тема, она, ну, не конкретна пока на данном этапе. А мы своим сознанием не можем понять, что делать. Ну вот опять не можем понять эти вещи, хотя ты сам говоришь, что ты Бог, ну и все мы здесь боги, да? Нет, ну не об этом говорю. Представь себе сферу. И в этой сфере, ну, в клетке, да, из чего мы состоим, сейчас все загрузимся. И что, вот из этих клеток состоит сознание вот верхнего, основного. То есть вот из наших сознаний, это вот и есть как каузальный план общий, без каузальный план планетам. Как говорит Григорий, нельзя об этом говорить, но тем не менее это так. Но очень хочется, мы, да? Мы мыслим и создаем этот мир своими мыслями. Но нельзя что-то другому впаривать по этому поводу и говорить, что это истина. Да. Потому что общаться, пожалуйста, делись своим мнением, своим впечатлением. Я благодарен тебе за инструктаж по вопросам техники безопасности. Да, удалось это обсуждать.